Всем доброе-предоброе утро. Иду завтракать. Я сегодня краситься не буду. Сегодня пасмурно на улице. Обещали дождь. Народу будет, наверное, мало. Хотя фиг его знает. Знаете, парикмахерское такое дело, что не угадаешь. Вот. Ну, неохота мне краситься сегодня. Вот. В общем, готовлю себе завтрак. Я тут приготовила тост с авокадо вчерашним. Посыпала его немного солью, перцем и сейчас немножко оливковое масло. Ой, я вообще не очень люблю вот такие завтраки. Вот это вот. И я люблю сладкое. Вот, но надо, знаете, как бы разнообразить свой быт. Кофейный напиток пью вот с таким молоком. Бибисой. Очень вкусный, вообще ванильный. Получается такой напиток, не кофе, а напиток такой обалденный, вкусный. Вот. И выжила себе сок, представляете? Думаю, на утро буду выжимать сок. Чтобы апельсины не выбрасывать. Еда у меня сегодня готова. Взяла на перекус вот таких два хлебца. Они идут с помидором и зеленью. Обалденные, в Лиделе брала. Ну, в общем, вот состоит мой завтрак. Всем приятного аппетита. И почапаем наработку. Денежку зарабатывать. Правда, говорю, сегодня погода не очень. Посмотрим. Не люблю я такие ППшные завтраки. А что делать? Не мы такие, жизнь такая. А из сладкого у меня вообще ничего нету. Специально, чтобы не это, туда не лазить. Есть шоколадка мужина, но я шоколад не очень люблю. Вот что-что, вот шоколадные конфеты люблю, и то не все. А шоколадку не очень, представляете? Я уже много раз говорила, я люблю всякие мучное, все люблю мучное. Ладно. Чего говорить о том, чего нету, правда? Будем пить кофе. Ой, ветер хоть стих, знаете, прям такой класс, хоть ветер стих. И тепло. Так что, а дождик я люблю. Тем более у нас передавали небольшой, так что-то. Поморосит. И то ночью. А хотя фиг его знает. Вон, смотрите, осенью какие дожди лили. В общем, что гадать-то? Вся жизнь впереди. Что это там за соловей-разбойник? Смотрите, какая у нас сегодня погода. Чудесная. Над морем небольшой туман, видите? Я, кстати, после работы хочу пойти на пляж погулять. С Чарли прогуляться. Поэтому оделась такой в полуспортивной одежде. Погуляем. Еда у меня приготовлена. Поэтому вот спускаемся вот по этой дороге. Видите, вот так. Этой дороги. А вот по той, когда... Где она? Женщина где-то. А вот это. Поднимаемся, когда... Но она сейчас на ремонте, эта дорога. Там где-то. Под ней подниматься. Но сейчас только поднимаемся с одной стороны. В общем, вот такие вот у нас. Погода шикарная. Я люблю такую погоду. Даже если бы дождик был, тоже люблю. Только, конечно, не в пятницу и субботу, когда у меня основная работа. Вот это я не люблю. А на завтра передают дождь. Печалька. Ну, надеюсь, что это все ложь. Хотя на вечер у меня уже есть клиенты. Блин, завязала это, чтобы ветерок не дул. Еще на вечер у меня есть клиенты, которым без разницы погодные условия. Ну, а на утро, не знаю, посмотрим.
Дождик тоже хорошо. Вот еще одна клиенточка идет. Только что она ко мне, что ли? Что странное? Идет, ковыляет потихонечку. Хочу на пляж поехать, но там такое ветрище, поэтому не знаю. Нет, я сейчас, конечно, доеду. Но там, наверное, такой шторм. Смотрите, какая погода, не очень. Вообще, оттуда. Ух, там такие волны. Машина впереди меня. Пипец, там такое штормище. В общем, сейчас поедем, посмотрим, что там за шторм. Если нас не унесет, то погулять придется. Не придется, а погуляем. А пока нужно съехать отсюда. Видите, это двухстороннее движение, представляете? То есть могу встретиться с какой-нибудь машиной. Здесь одна еле разворачивается, еле едет. Так я еще могу кого-нибудь встретить. На-на-на-на. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на. Такие вот у нас улочки. Эту дорогу в прошлом году отремонтировали. Эта женщина убирается. На-на-на-на-на-на. А сейчас вот эта дорога ремонтируется. Оттуда подниматься нам сюда. Такие вот у нас улочки московские. Тут тоже пару дебилов, простите за выражение, встречала. Едешь вот так, едешь, а тебе навстречу какой-нибудь чудик. Но это не двухстороннее движение здесь. Здесь уже одностороннее. Но вот, видите, мотики разные встречаются. Может трактор какой-нибудь выехать. Но я, как знаете, правило, останавливаюсь, и пускай они ищут. И как им со мной разминуться? Потому что я еду правильно, а они по... Ой, по... неправильно. Вообще дождик вон капает. Вообще, что за погода? Вот, вот он, это тут спускается. Так вот мы спускаемся. Тут небольшую нужно сделать разворотик, иначе мы не вписываемся. Сейчас мы назад чуть-чуть отъедем. Вот так вот едем, вот так, вот так. И теперь вперед. Не вписываемся в поворотик. Раз, 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 раз. Теперь вписались. Тут тоже, вот видите, знак стоит, что нельзя сюда. А всем по барабану, они едут. Та-ра-та-та. Так, вот. Ой, вот эту дорогу тоже, в принципе, надо ремонтировать. Если начнут эту дорогу ремонтировать, то спускаться хрен с какой знаешь, спустишься. Отсюда не спустишься уже никак. Та-ра-та-та. В этой деревне я работаю. Живу в другой. Ну, не совсем деревня, где я живу, там уже город, там побольше людей. А это прям такая деревушка. Вот так вот, тут тоже двухстороннее движение. Но здесь легче, потому что когда спускаешься, то видно, есть, поднимается кто или нет. Блин, ветер. Утром так хорошо было, а сейчас ветер. Так, нам туда. Вот там вот у нас рынок. Вот эта площадь, там рынок, вот тут. Он бывает по вторникам и пятницам. А вообще есть другой. Здесь вообще два вида рынка. Один есть скрытый, муниципальный. А другой, ну там продают рыбу всякую. Рыбу, овощи, фрукты, мясо, все, что хотите. И другой вот по вторникам и пятницам. Такой там цыгане продают разные фрукты. Потом негры продают одежду разную. Вот. Ну и не негры, но в основном цыгане. Конечно, некоторые овощи ворованные. Как не без этого.
Даже знаете, как ворованные, например, огурцы выкидывают, да, вот я много раз показывала, как в контейнерах огурцы выкидывают. Они их перебирают, потом продают на рынке. Такой тоже может быть. Все может быть. Тарам, тарам. Все, мы спустились и едем на пляжик. Здесь уже, видите, покультурнее. Я где живу, там, как называется, Каско Антигуа. То есть там старые дома, там все, замок у нас, туристическая такая зона. А здесь уже начинается вот вся тусня, магазины. То есть лет 60 всего вот этого не было, все жили на горе, где я работаю. У них там и мэрия была, и врачи были, там у них все было. А потом, вот там, вот видите, а потом все это не стало, ну неудобно же, машины появились, и все, и начали строить внизу вот тут. И выстроили уже небольшой городок. Чарли мой уже чувствует, что море не за горами, и начинает подвывать немножечко. Да? Ты меня подвываешь? Вот это вот у нас построили тоже в прошлом году, вот эту дорогу, ее не было. А я рассказывала много раз, что здесь хотели отели строить вон там. Но все опять заморозили. Эта зона как бы морская, да? То есть здесь могут все затопить. И здесь очень много птиц разных. И то есть вот эти вот зеленые, как их называют, защитники природы все время протестуют, что здесь нельзя строить. Там очень много прилетают, допустим, птицы на зимовку сюда, очень много птиц на зимовку. То есть если у них отберем эту зону, то им зимовать негде будет. И вот зеленые Greenpeace все время протестуют, даже на них заяву подали о том, что и вот все заморожено. Ну не знаю, поэтому ли заморожено, или не поэтому, или уже, знаете, кто говорит, что деньги разворовали, что тоже может быть. Все может быть. Где людской фактор, все может быть. Да чего ты там? Такой прям деловой, что ли? Нагулять хочешь? Ты гулять хочешь? Тебе гулять? Нет, нельзя сюда. Нельзя. Машину, конечно, мне надо пропылесосить. Вот и приехали. Сейчас пойдем гулять. Здесь с этой стороны не так ветрено. А вот у моря там не унесло бы нас. Машин мало. Пойдем прогуляемся. Спирате, que viene coche. Чарли, спира. Спира. Ой! Ну, не терпится, не терпится ему побежать. Не терпится ему побежать. Так что вот такие вот дела. Прогулялась с вами до низа на машине. Ой, ой, как радостный, радостный. Сейчас с вами в шторм, мне даже страшно. Хотя не холодно, вот не холодно на улице, но я на всякий пожарный капюшон одела, чтобы у меня моя лысина не мерзла. Так вот. Сварганила салатик вот такой вот. Здесь у меня авокадо, много укропа, перец, лук и огурцы. Помидоров у меня нет. Что-то я не могу купить. Я их не очень люблю, поэтому все время забываю о них. Сбрызнула лимоном. Сейчас посолю.
оливковое масло, и вот такой салат будет. И тут мои голубцы разогреваются. Смотрите, они уже закипают. Вот, так что буду кушать. Всем приятного аппетита! Смотрите, какая сметана. Вообще ложка стоит. А вкусняцкая. Кисленькая такая. Для голубцов самое оно. Сходили погуляли. Гляньте, какая милота. Ты такой милый, ты там такой спишь. Вот, там такое ветрище, холодно. Или не холодно, но из-за того, что ветер, уши мерзнут. В общем, видели, как я с плащом-то? Блин, я думала, знаете, как по старинке марлечкой вот так вот, потому что начала его гладить. Обычно там следы какие-то остаются, а марлечки-то нету. Но я вспомнила, что у меня шарфик есть, как марлечка. Я такая умная, я сама удивляюсь, кого я такая умная. Сейчас хочу себе сделать смузи из клубники и ананаса. Из кокосового молока, ну, молоко, напиток с кокосовый. Сахаром. Ой, с сахаром, с этим, с рисом. Странный какой-то, но он без сахара. Вот, видите? Зато всякими витаминами. Вообще вкусно. Для смузи, вот именно вот этого ананаса, вообще супер. У меня тут все все эти шнуры перекрутились. У меня тут замоталось. Ой, тут же меня утром делаю сок, выжимаю. Вечером смузи. Чего только не придумаю. Раньше нифига никаких аппаратов не было. Ничего, бабушки наши справлялись. А тут для каждой, как говорится, для каждого продукта есть свой аппарат. Ладно, будем готовить. Ням-ням. Я пошла ужинать и купаться. Сегодня пришло время голову мыть. Я голову мою 2 раза в неделю. А вот поэтому вообще лучше быть раз в неделю, но у меня сухой волос, сухая кожа головы, поэтому ну, раз в неделю у меня вот тут все дыбом стоит. Поэтому нифига не уложишь, приходится 2 раза в неделю. Вообще голову чем реже, тем лучше. В общем, сегодня у меня банные процедуры. Всего вам самого наилучшего. Прощаюсь с вами до завтра. Завтра снова с вами увидимся. И всем пока-пока.